Участнику Великой Отечественной войны Николаю Бомко, кавалеру Орденов Отечественной войны и Красной звезды, медалей за боевые заслуги, за победу над Германией, за взятие Берлина и других наград исполнилось 94 года. Глава города воинской славы Юрий Поляков побывал в гостях у ветерана. В начале 40-х Николай Бомко вступил в ряды советской армии, приписав себе возраст. Так хотел сражаться с ненавистным врагом. Участвовал в боях за освобождение от немецких фашистских захватчиков левобережной Украины, Крыма, Севастополя, затем Западной Украины, Польши. Осенью 1944 года в возрасте 19 лет был назначен командиром 1-й батареи 44-го дивизиона 21-го полка. В дальнейшем принимал участие в боях за территории Германии в Берлинской операции освобождения Праги. За Берлинскую операцию присвоено воинское звание старшего лейтенанта. В вооруженных силах прослужил 30 лет. Гостей ветеран встречал вместе со своей супругой Раисой Васильевной, с которой они вместе вот уже почти 70 лет. Николай Корнеевич – постоянный герой патриотических мероприятий. Главе города он рассказал, что сейчас готовится принять участие в торжествах, посвященных 76-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Юрий Поляков пожелал ветерану доброго здоровья, вручил подарок и пообещал в ближайшее время еще раз побывать у него в гостях. Олеся Давыдова, 39-й канал.